Я, видимо, чего-то упустила. На моем канале уже голосование проходит. Кто за то? За что? Кто за то, что признать? Работу канала «Железная леди» удовлетворительной. Ну а почему удовлетворительно-то? Признать работу хорошей. Верно, славно потрудились, можно и хорошей. Большие молодцы! Да чего там признать прекрасно и пойти домой, чего? Всем салютики, мои дорогие. Сегодня у меня кордон блю, хотя для хитрюшек он будет просто блю. Ну да ладно. Макарошки, бантики, хотя все время хочется бабочки назвать. И салатик. Тарелочка у меня. Кто писал мне, что у меня вот эта тарелка, я снимала один раз всего, но уже успели написать, что это пластик. Это керамика. Окулярчики свои открываем получше. Смотрим. Это керамика. Эта тарелочка стоит 800 рублей. Вам точно не по карману, хатырюшки. Я всем желаю наиприятнейшего аппетита. И вы знаете, что я забыла положить? Я забыла положить сюда зеленушки. Ну и может какого-то соуса. У меня грибной, но я... Ладно. Я уже не буду сейчас подрываться. Вот мне одна, пожалуйста, наверное, милая женщина написала о том, что меня потрепала жизнь. Но меня хоть она треплет. У меня движуха по жизни. А вы? У вас всю жизнь не хватает витамина Ю. И как я люблю говорить, вся ваша злоба от... Делайте выводы. Что лучше, когда жизнь треплет или когда просто скучное уныние? Как у вас? Я обычно в этой тарелке ем за ужином. А тут решила за завтраком поесть. Не, неудобно. Все мимо полезть. Потому что я как-никак кладу побольше, чем положено. Так, сегодня на ужин мне надо приготовить что-нибудь из грибочков. А вот что? Еще не знаю. Как всегда, пардон. Теперь я хочу обратиться опять-таки ко всем, кто смотрит шортс. Не совсем догоняющим объясню. Шортс – это короткий ролик. Вот данный момент, который вы смотрите сейчас. Пишут о том, что она болтает. Что она вообще... Какие-то отрывки слов. О чем это? Бессмыслица. Так вот, для того, чтобы была смыслица для вас, зайдите на мою страницу, саму страницу. И в разделе «Видео» посмотрите не ролики, а именно полноценные видео. Тогда вам понятно будет суть. Главная суть... И читайте описание канала. Это главное. И вам сразу станет легче. В любом случае, при встрече со мной ваша жизнь уже изменилась. А вы говорите, я жру много. Вон. Здоровая тарелка называется.
Ну что, мои дорогие, спасибо огромное, что были со мной, что смотрели меня. Может быть, кто-то ел со мной. Кто собирается есть, я желаю всем наиприятнейшего аппетита. Позитива вам, хорошего настроения и пока-пока.